Сразу проатаковать. Всем привет, друзья, с вами Team Dogga House. Мы играем в забавную ТДшку. Хороший концепт, абсолютно недоработанный, но хороший. Здесь что-то типа Power Towers, да? Ну, скорее, то фиг его знает. Ну, в первую очередь, ну, наверное, так, это есть задел. Что-то типа ЛТД, что ли? Только ты строишь то, что ты посылаешь. Вот. Инкома нет за это, а инком просто так. Да, инком качается, конечно, здесь странно. Следующий грейд будет стоить 300 дерева. Есть, ну, соответственно, есть посыл юнитов, а игра пока не началась, да, видимо, юниты не... Видимо, да, но посыла еще нет, по крайней мере. Ага. Я уже что-то духов построил на все деньги, на все дерево. Ого, не, я два раза качнул инком, естественно. То есть здесь такая фишка, что... Откатывается так быстро. Чего? Я думал, что он откатывается. Ну, быстро довольно-таки, да. Золото дольше. Такая фишка, что ты просто за дерево качаешь инком дерево, а за золото качаешь инком золото. Ну, то есть не очень изящно, но это я так понял. То есть пацаны сделали line titles и посчитали, что он уже готов, и решили сделать еще одну карту, сделали эту. Вот, ну, прототип интересный на самом деле. То есть... Строишь, что посылать, при этом дефаешься башнями, при этом еще есть добыча энергии. Ну, нам, кстати, посылают по полной. А что-то я не вижу ничего вообще. Ну, а карта открыта ж. Ты все убиваешь, что ли? Нет, в смысле, я вижу, что они построили. То есть, когда пойдет уже посыл? Да, когда пойдет посыл, нам будет больно. А когда пойдет посыл? Не знаю. Ой-ой. Так, не знаю, я пока качаю грейдным ком, мне норм. Я понял, почему тебе эта карта нравится больше, чем Line Titles. Здесь есть инком. Не, ну она все-таки совсем такая, то есть как бы один раз типа вот засноуболиться так и все. Кстати, крипы пошли, я уже испугался. И здесь там жизни, все дела, то есть так просто пропускать тоже нельзя. Постройка завершена. Пошел мурлок. Гнездо стрингеров у меня. Стингеров же? Стингеров? А, ну было прикольно, если бы они кидали стрингеров. Суровый такой момент. Я вся надежда на голубого, но у голубого... А, не, у него есть несколько башен, но походу сейчас начнутся тяжелые для нас времена. Да, сразу. Мы стартовали с тяжелых времен. Подожди, у него ни одной башни. А, нет, есть две. Так, генератор помех, обнаружить невидимых юнитов. Но на невидимых юнитов мы слились в прошлый раз, и в этот раз, я надеюсь, все будет получше. До невидимых юнитов, в принципе, еще очень далеко. Да. Так, я загрейдил инком, и сейчас построю очень много духов. Но здесь проблема еще в том, что есть максимальное количество лимита, и ничего там выше его не сделать. Постройте ферму. Ну, лимит увеличивается. Так, ну я адски много духов им послал. Так ты лучше башни строй. Ну, в смысле, не лучше, а... Ну, это, да, в том-то... То есть я миллион раз это говорил, не устаю повторять, что в таких картах изящно делать именно связь дерева и золота. В этом весь интерес, что ты решаешь, тебе послать или защититься. А тут получается... Ну, это не обязательный, конечно, момент, но, ну, то есть можно, конечно, делать по-другому, но просто это 100% работающий момент, как минимум. А как лимит увеличить вот здесь вот? А, 400 дерева, ничего себе. Где? Что? Ну, лимит по построенных юнитов. Ну, я более-менее что-то вот сделал. Контузная башня. Но Вандерклифф, насколько я помню, очень хорош, да? Ну, кстати, никто из наших оппонентов не открыл этого замечательного момента, как инкомить. А что там по жизням у нас? Где они? А, вот 83 и 79. Ну, то есть, в начале, понятное дело... В принципе, дело, у нас еще все неплохо, как выяснилось. Да, но в начале... Пишу, качайте инком. Ну, в общем-то, мне можно было просто отправить пустое сообщение, и так понятно, о чем я пишу. Так, вот у нас есть система хранения, и вон Вандерклифф, сильная башня. Вандерклифф построили. А, нужна система хранения. Еще добыча тогда, да, нужна энергии? Так Вандерклифф вроде как ловит просто, ну, в смысле, он же просто ловит. Он дамажит. А, копперфул.
Ловят. Так, я тогда продаю таурки к чертям. Блин, может я рано их продал. Так, солнечная батарея. Солнечная батарея не лучшее время. Химический реактор. Ёпрсте. Ну ладно, сейчас в принципе нормально. Химический реактор. Химический реактор. Нужен. Давай, инкомчик, приходи, родной. То есть, а химический реактор при этом дамажит окружающие башни. Строить его рядом нельзя. Рядом с вашими башнями. Но это уже фишка была там в какой-то наркоманской карте реализована. А, систему хранения не достроил, ёпрст. Ну да, еще достраивать надо. Так, все, следующий грейд будет стоить 700 дерева. Ё-моё. 45 на 80. Что-то у них как-то все хуже, на удивление. При том, что они особо не качают инком. Но у меня, видите, вандерклифф все прям вандерклиффит. Ну, то есть, это, наверное, правильная фишка, что после того, как ты переходишь на энергетические таверки, ты становишься сильным. Но какой-то вандерклифф слишком сильный. Ну, это уже после первой игры мне казалось. Ну вот, видите, то есть я построил этот вандерклифф, и все, как бы. Я чемпион. То есть, ну, вообще мне ничего не страшно. Вот десантника могу построить. Отправить им. Ну, вообще, плюс карты в том, что разбираешься с первого раза. Но, возможно, просто потому, что очень мало всего, и сложно. Ну да, тут, в общем. Сложно затупить. Так, что, продали вот этих всяких штук бесполезных, построим лучше готово. Морпехов, десантников, ВДВшников. О, моё. Что такое? Следующий грейд на инком сколько стоит? Так, ладно, продаем и так, оп. А, ты решил делать следующий грейд на золото? Я думаю, просто мы выиграем раньше. Да, что-то да, походу так и будет, потому что следующий грейд еще стоит 1100, и как бы на него копить я вообще не вижу смысла. Ну да, сомнительно. На этот-то смысл копить не было особо, но... А, значит, прошлый печально. Стоит 800, да? Да. Слушай, забавная тема, что продаешь юнитов, качаешь инком. Ну, вот инком дерева качать смысл есть в том плане, что он не так сильно увеличивает стоимости. Но проблема в том, что ты реально упираешься в потолок. То есть ты вот строишь 20 роботов, это максимум того, что ты можешь сделать. Потому что командор 2 лимита. Ну, не 20 роботов, 18 роботов и один командор. Давайте этого камамбера построим, сырного нашего героя. Я сразу тоже светлячка третьего уровня, ну-ка. А, тут что, а что нужно? Что здесь есть центр? Ну-ка, смотрим. Ну, видите, вандерклифф мой один вон тут тащит, я сейчас его еще улучшу. Постройка завершена. Ну, кстати, у Фиола там нормально построено, тоже вандерклифф. Ну да. Что-то я смотрю, у них антиинвизов, видимо, нету. Только у. Да. Так что я знаю, кого строить. Абузим инвиз. В прошлый раз одно из первых, что я сделал в этой карте, нашел антиинвиз. Но почему-то эти знания, которые вот я получил, мы так и не. Никто из нас не реализовал в прошлой игре. И в итоге нас невидимки просто очень жестко проломали. Здесь еще экран дрожит, но как-то ты к этому привыкаешь уже, и поэтому не паришься. Ну, типа, дрожит и дрожит. Вот, а... И поэтому, как бы, мы проигрывали. Ну все, сейчас наша невидимая армия... Блин, слишком быстро выиграем, скажет Вадим, почему такое короткое видео? Что ж делать-то? Соберитесь. Надо написать «Соберитесь!» Ну, чтобы как бы этот... А то опять типа, Вадим... Типа, ты сделал все, что мог, да? Чтобы... Не, ну я могу продать невидимок, и мы выиграем чуть позже. Ну, вот видите, я первый раз... Тыгадым. Прежде всего, заходя в карту, да, этот, смотрю, где здесь качнуть инком. А пацаны, видите, не смотрят, и поэтому у них очень мало инкома, и сложно играть уже на таком этапе. Да, он Влад, Варка, вообще 25, это, наверное, базовый. Да, 25 золота у него приходит, и 85... А, сколько, 55 дерева, у меня 130. Карта новая, только вот, господи, не разобрался еще походу, раз до сих пор инкома нет. Да, так нет, первый раз заходя в карту, ищите, где там инком, потому что особенно если все в ней только разбираются, то, ну, все будут тормозить, в общем-то, и поэтому надо писать, стройте антиинвиз. Ну, то есть, пока все будут тормозить, вы будете инвестировать в свое будущее светлое.
Только нашел, где инком качать. Ну, лол. Плохо искал. Инком найдет идущий. Так, а что получается? У меня 960 энергии тратится, да, и 1000 энергии типа есть. Где инком? Влад Варк все еще не разобрался, видимо. Ну, мне кажется, с ним вообще что-то не то. Ну, как же ты так ставишь крест на Влад Варке? Ну, просто вот кажется мне так. Прям вот взял, как бы, и человека аннулировал. А, лол! Вот что, а в этот момент моя группа из невидимых ниндзей подходит к их базе. Ну, можно, конечно, зармыкашить с этими же пацанами, там, я не знаю, но, честно говоря, мне будет сложно показать что-то новое. Да вот, да, непонятно, что здесь еще сделать. Как интересно. Тебе? Я по ракетную башню. Она что-то не сильно апается, 5 атаки за грейд. Пиу. Все. Заслуженно победили, поняли? Мы заслуженно победили. Вон еще дальше морпехи идут. Ну, я не знаю даже, пацаны. Ну, вот такая вот карта. Заслуженная победа. Ну, придется... Батарея ливнул и бросил свою команду, мне пишут. Да... Придется выложить еще один ролик на 12 часов дня, видимо. Всем пока.